Некоторые в Тбилиси считают, что Москва словами Геннадия Онищенко о допуске грузинских вин на российский рынок выкидывает белый флаг перед Грузией, от которой зависит вступление России во Всемирную торговую организацию. Что бы вы сказали по этому поводу? Никакого белого флага нету, не надейтесь. Ни перед кем никогда мы не склоняли голову. Перед нами склоняли голову все великие державы. И Китай, Япония, Германия, Франция, и в том числе и США. А допуск вин, я думаю, что здесь проблема в целом, общая. Мы прекращали допуск на наш рынок любых товаров. И из Молдавии, и из Белоруссии, поэтому прямой связи отношением Грузии, вступлением России в ВТО и проблемами, связанными с каким-то экспортом в Россию, я думаю, нету. Рычагов достаточно у России, чтобы повлиять на Грузию и получить от нее нужное для России решение. С винами, без вин, с таможней, без таможни. Решение будет найдено. Об этом договорятся в Вашингтоне и в Москве. В Брюсселе и в Китае, в Пекине. Только 4 столицы в мире. Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин. Все, 4 столицы. Больше никто ни на что влиять не может. И лишний игрок в международных отношениях. 4 столицы всегда договорятся. Обама, представитель Евросоюза, Медведев, представитель Китая. Все, они вчетвером договорятся. При этом китаец приедет в Москву, согласится с позицией Москвы. Европейцы приедут в Москву, согласятся с позицией Москвы. И американцы приедут в Москву, как Байден сейчас был. И обо всем договорятся. Проблем нету. Все решают только 4 столицы. При этом Вашингтон не имеет будущего. Америка искусственное государство рухнет. Европа старая, так сказать, уже континент, который никакой роли не играет. Китай на пороге взрыва. И остается космическая держава Россия с огромными деньгами, ресурсами и новым оружием, о котором еще никто не знает. Любую часть планеты уничтожим в течение 15 минут. Ни одного взрыва, ни одного, всплеска, луча какого-то лазерного, молния. Нет, тихо, спокойненько. Целые континенты будут спать вечным сном. А может, вы нам подробнее расскажете, как вы собираетесь это делать? Все остальное. Вот цунами сейчас, Япония. Вы куривы хотели? Вот вы будете разбирать обломки всех ваших зданий. И сдохните все 120 миллионов, если вы еще потребуете курила от нас. Так и все остальные пусть подумают о своем будущем. О своем будущем пусть думают. Тоже мне еще грузинские вина и там какие-то наблюдатели. А не хотите, чтобы забыли слово «Грузия» в мире? И будет русско-турецкая граница. Вот подумайте, пускай Саакашвили об этом. То цунами будет другое. В другой части.